Обычный день в оздоровительном лагере «Чудотворы». После завтрака игры на спортивной площадке. Детей не больше 20, и это на 3 отряда. Первые две смены лагеря оказались незаполнены почти наполовину. Подобная ситуация и в Березке. Здесь отдыхают дети из малообеспеченных семей по социальным путевкам. Лагерь способен принимать вдвое больше детей, чем смог за этот сезон. Эту проблему обсуждали на итоговом заседании комиссии по организации детского отдыха. В этом году средства на детский отдых сократили в 3 раза. Если в прошлом году на оздоровительные программы для детей выделили более 260 миллионов рублей, то в этом только 70. Вместо 10 тысяч детей из малообеспеченных семей на льготных условиях отдохнули только 2500. Дети оздоровились на территории Астраханской области, на территории загородных здравниц. За пределами региона они не выезжали, поэтому мы пытались наполнить здравницы именно вот за счет тех финансовых средств, которые есть. Да, где-то, наверное, может быть, там была неполная заполняемость, но первую, вторую, третью, четвертую смену мы отработали. Руководители астраханских лагерей рассчитывали на большее количество льготных путевок, поэтому не успели продать оставшиеся. Стоимость путевок в астраханские лагеря варьируется от 14 до 18 тысяч рублей. Это в 2 раза дешевле, чем отдых в лагере за границей. Однако это все равно не повлияло на заполняемость. Что ждать в следующем сезоне, пока неизвестно. Очень нас беспокоит осенний, зимний и весенний период. И, соответственно, перспективы на летний период. Будет занят лагерь полностью? Обеспечен он будет детишками или нет? На заседании обсудили вопросы безопасности детей. Несчастных случаев с детьми за время летней оздоровительной кампании в регионе не было. Однако прокуратура выявила более 150 нарушений в сфере организации детского отдыха. Среди них несоблюдение требований размещения детей, нарушение документации, связанной с питанием и составлением меню. Для того, чтобы не допустить их в следующем году, специалисты МЧС и Роспотребнадзора разрабатывают меры профилактики. Грубых нарушений выявлено не было. И по всем выявленным нарушениям были выданы предписания по их устранению. Они были устранены в установленные сроки. Фактов невыполнения предписаний учреждениями не зафиксировано управлением Роспотребнадзора. То есть на здоровье детей, на их летний отдых это никак не повлияло? Ну, в общем-то, нет. Этим летом в оздоровительных лагерях отдохнули более 18 тысяч детей. Прогнозы на следующий сезон делать пока никто не берется. И дело даже не в объеме социальных путевок. Лагерям приходится работать в условиях рынка. Родители проголосуют рублем за того, кого выберет ребенок. А детей надо заинтересовать. Виктория Соколова, Олег Райда, Роберт Переветев, Центр новостей.